У карагандинского зоопарка новый обитатель – амурский тигр по кличке Лад. Его привезли из Алматы. Трехлетний хищник – это подарок к 85-летию местного парка. Молодой Лад – чистокровный амурский тигр, приехал из алматинского зоопарка в разгар зимы. Разницу температур ветеринары учли, поэтому к прибытию животного утеплили его вольер. Работники зоопарка приятно удивлены превосходным аппетитом Лада. Говорят, он ест больше двух других амурских постояльцев вольера – Батыра и Мии. Тигрица, говорят, уже приглянулась новоселу, и специалисты надеются на скорый приплод. Редкие тигры амурские, они находятся на грани исчезновения, поэтому мы долго переговаривали с алматинским зоопарком. Сейчас у него будет адаптация 3 месяца, он, конечно, будет скучать, возможно, по теплому климату, он будет скучать по тем людям, которые за ним ухаживали, но я думаю, что он приживется.